Это очень известная игра, Лора. Перед тобой игра года. До 700 человек каждый день. Каждый день! Думал, нужен скилл, да хуй там плавал. Это ночные скин, это признак дауна. Тут высокий пинг, и ты по кулдонам в нокдауне. Нажимай на скип, если вне зоны на карте. Даже через много лет будет столько же проблем. Разработчикам просто лень, толку нет. Гроб на дне, игра безупречна, спору нет. Но все же есть не один момент. Брендан Грин был сроду гей, работал круглый день. А в итоге вышел очередной дезет. И это вовсе не игра, а просто смех. Даже можешь не мечтать, что все исправит их никчемный патч. Проще вовсе не вспоминает скинов у подгробаника. По ним они проголодались там, но по итогу разворовали ВОЗ. Даже самый маленький ребенок ненавидит эту хрень с пеленок. Безусловно, не была игра бредовья. Это древнее проклятие оплененных много, и она непременно потонет. Это то, что папа в аду готовит. Грин в топе на переебанном троне. Получает баблу за бескребетных уродов. Погоди, я что, в натуре это сделал? Сделал это папке? Капец. Что не так с этой игрой? А я вам отвечу. У этой инди онлайн чудушных созданий каждый день по ляму. Но почему инди? Да ты посмотри, это же инди. Самая грязная из всех инди, что когда-либо были. Почему в нее вообще кто-то стал играть? Ну, кто-то понял, что кейсом можно купить не только игру, но и сразу всю библиотеку, при этом другу купить столько же. Кому-то нравится сам процесс голодных игр, что даже был готов играть в Мане на специальных серверах. У них там своя атмосфера. А кто-то просто любит страдать, играя в сомнительные игры. Но были и особо тупые те, что думали: «Вау, ух, 100 дебилов на одной большой карте и куча других мелочей, что для дебила было новшеством». Ведь есть игры с куда более обширным размером карты и людей на ней, но на то они особо тупые. И давайте проясним этот момент. Карты у них не такие уж и большие, так вдобавок еще и пустые. В них нет ничего, что отличало бы один квадрат локации от другого. Качество детализации у них на уровне скопировал, вставил. Это сраный копипаст. И о боже, как же легко создавать локации на этом движке. Ведь казалось бы, если графической частью игра не преобладает, то значит она будет более доступна для систем послабее. Ха, игра будет требовать от вас немыслимое количество оперативной памяти и, в принципе, топовое железо для игры на минималках. PUB Corporation, продюсер, дизайнер и виновный во всех неудачах игры Брендан Грин, а также создатель до этого подобной дресни для Армы и H1Z1. Этой великолепной студии с не менее великолепным названием помогает в разработке команда ветеранов из Blue Hole. Тут так и написано: «Мы ветераны синей дыры и мы делаем PUB». И, видимо, об этих ветеранов творожок вытирали. 23 марта 2017 года игра вышла в ранний доступ, 21 декабря релиз, и по сегодняшний день знаете, что ветераны сделали? Да нифига они не сделали, все что они могут, это впихать свои кейсы со скинами, и максимум раз в год эти грязные подонки могут выпустить карту, которая будет либо в два раза меньше, либо с детализацией 2007 года. Да на этом движке можно делать такой дизайн, что все охренеют. Есть много видео на тему Speed Level Design по Unreal Engine 4, предлагаю глянуть. Но в этой игре настолько много нерешенных проблем, что уделять ей столько внимания, это как-то неправильно. Как это, к примеру, делает Steam. Вот уже второй раз номинирует ее игрой года, да вот только вышла она не в этом, а в 2017 году. Никого там это не смутило? Меня вот еще больше смутило, что она и побеждает каждый раз. Папка игра года, ведь у любого спроси. И каждый, кто в нее играл, будет ей недоволен. Включая все вот эти вот обзоры в стиме. Проблемы с серверами, машина, оружие, оптимизация, баги, вылеты, читеры, стрельба, текстуры, да даже если ставить Майн, пример, он и то будет лучше по всем параметрам. Давай впихнем в него обычный мод на шейдеры и сравним. Это просто элементарные вещи. Анимация, отражение, текстуры, освещение, при этом оптимизация и отсутствие ошибок. Ты видишь итог, видишь результат. Мододел из Майнкрафта справился со своей задачей лучше разработчика PUBG. Так ответь на вопрос, зачем же в это играть? Ради прибыли? Сомнительно, цены на сундуки в пару копеек. Ради удовольствия? Ты тогда, наверное, и в доту играешь. Или может у тебя просто нет денег на нормальные игры? Это, наверное, был бы самый популярный ответ. Но в таком случае ты ведь знаешь, что есть Fortnite, Apex всякие, и они уж точно лучше этой хрени. Люди, я призываю вас, забудьте про PUBG. В мире много вещей, которых можно вернуть. Но не ваше время.
Так что удаляй папки, не вспоминай про него больше. Тебя окружает столько интересных вещей, и самые лучшие из них – мои видео. Они безупречны, идеальны. И давай быстрее подписывайся, чтоб с нетерпением ждать новых видео.